В Нижегородской области фиксируют подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Зарегистрированы и первые случаи гриппа. Началась учеба, дети пошли в новые коллективы и стали активно обмениваться вирусами. Чтобы снизить риск заражения простудными заболеваниями, врачи советуют соблюдать несколько простых правил. Когда вышли из транспорта, из магазина, лучше руки обработать антисептиком, тем, который ребенок переносит, пожалуйста. Можно с собой давать ребенку, кстати, в школу салфеточки влажные. Приучайте не трогать грязными руками, немытыми лицо, глаза, нос. После школы можно обработать слизистую слабым солевым раствором. Одевайте ребенка по погоде многослойно. Воздух между слоями одежды сохраняет тепло. В меню нужно добавить побольше овощей и фруктов. Можно пропить курс витаминов. Но самой лучшей защитой от гриппа остается вакцинация. Сентябрь и октябрь – лучшее время, чтобы сделать прививку. Как раз до начала эпидсезона сформируется иммунитет. В этом году вакцинируют препаратом Ультрикс Квадро. У меня нет частиц живого вируса, заболеть гриппом после вакцинации невозможно. Возможно. Содержит антиген от 4 вирусов. Вирусы гриппа А, свиной грипп, Гонконг, и вирусы гриппа Б, тоже 2. Вакцина не содержит консервантов и дополнительных веществ. То есть вакцина такая, хорошая. Прививают детей, начиная от 6 месяцев. Самые уязвимые к гриппу категории населения – пожилые и маленькие дети. У них болезнь может пройти в тяжелой форме и оставить серьезные последствия. Он поражает легочную ткань, на кровь плохо действует, и очень тяжело переносится он в плане неврологии. То есть обычно очень сильная головная боль, тошнота, рвота может быть. У детей у маленьких до 2 лет судороги могут быть даже на фоне гриппа. Кроме того, для детей раннего возраста очень мало препаратов, которые можно использовать для лечения. Школьникам делают прививки от гриппа в учебных заведениях. Родителям дошкольников и малышей, которые не посещают детский сад, нужно записаться на вакцинацию через портал пациента.